Рождаемость в городском округе сократилась. Как сделать эту отрицательную динамику положительной? Об этом шел разговор на совещании рабочей группы по разработке мер муниципальной поддержки по увеличению рождаемости. Представители администрации, различных общественных организаций, врачи, педагоги предлагали свои варианты улучшения демографической ситуации. «Работать есть над чем», – констатировал глава администрации Борис Беляев. Участники заседания обсудили наиболее перспективные предложения по увеличению рождаемости в городском округе. Одна из мер, в частности, предусматривает в дополнение к республиканским деньгам оказывать финансовую поддержку и на местном уровне. Одно из предложений было следующее, значит, выделять энную денежную компенсацию, энную денежную выплату по рождению ребенка, первого, второго, либо третьего, неважно, главное, родили ребенка, там, ту или иную сумму именно кумертауским семьям. Нам нужно, коллеги, определиться, эффективна эта мера будет, в денежном ли выражении будем выдавать средства, либо мы будем на иную сумму какую-то продукцию, какую-то там сувенирную продукцию или нужную продукцию, набор какой-то для семьи мы будем приобретать, ну и так далее. В чем действительно нуждаются молодые семьи и какая помощь им нужна? Для этого Борис Владимирович поручил провести социологический опрос среди жителей города. А какие из идей будут реализованы на практике, будет решено на следующем заседании. И все же самый большой эффект, по мнению большинства собравшихся, дало бы стабильное экономическое развитие города. Тогда вместе с производственными показателями росло бы число детей в семьях. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев. Новости.